тоже меряем руками. Ну вот примерно мы с ним по росту похожи, покажи свою руку вот так вот. Вот, ну вот так вот, да? Примерно наши пальцы, видишь, одинаковые, да? Угу. Значит, если ставим ладонь на базис вот на этот, то попадаем как раз вот, где заканчивается поясница. То есть вот тут начинается... Поясница 5 позвонков, правильно? 5 позвонков, 5. Да. Угу. Ну все это, не буду рисовать. Угу. Значит, вот от этого позвонка 12-го отходит одно плавающее ребро. Ой, линия-то у нас вот тут. Вот, и второе плавающее ребро. Угу. Плавающие ребра мы не трогаем, не да. Трогаем. Они защищают, да, внутренние органы. Да, в основном почки они защищают. Угу. Прям за ними находятся почки. Вот, мы их как бы не трогаем в работе. Вот, и соответственно, чтобы эти суставы проработать, надо сначала, первое, снять мышечную боль. Да, то есть мы работаем с мышцами, растерли, согрели, размягчили. Если есть спазм, ну, в каком-то месте, например, убрали, здесь, да, да, то придется подольше с ним поработать. Если нет спазма, достаточно разогреть, быстро там за 2-3 минутки разогрели человека. Любым способом, каким вы хотите, массажем, банками, огнем, чем угодно там, да. Внимание на плечо переключаю. Так, ты главное плечо вот расслабь. Подействовал, я отвлек, и вот он хрустнул. Вот. Ну и в заключении, так называемый, контрольный выстрел в голову. Уже руки перекрещиваем. Так. И упираемся уже в лопатку, в реберную дугу, вообще в реберную дугу, вот по диагонали получается. Раз, два, прошли, три, четыре, до плавающих ребер. Угу. Вот, и там живой. Да. Не молчи, ты пугаешь нас. И конкретно атлант, это ротация, смотрите, атлант, ну, на скелете, видите, у него череп, вот так, расположен. Атлант. Да, вот там затылок расположен ровно горизонтально. Uh-huh. И атлант это отвечает только за поворот черепа, вот, ну, они чуть-чуть вообще, вот такое движение маленькое. Uh-huh. Именно в горизонтальной плоскости, чтобы мы глазами видели горизонт. Uh-huh. То есть для рассмотрения горизонта атлант нам нужен. Но сейчас он находится вот в такой плоскости. Видите, мы же довернули его под 40 градусов. Получается, он поворачивается только вокруг оси, аксис это ось, на 90 градусов, вот туда. Uh-huh. Под углом 90 градусов. Значит, мы руку переставляем чуть на висок и вот туда доворачиваем. Только, смотрите, ну, правило, не в стол, не давите в стол, глаз не надо человеку выдавливать. Все делается по касательно к столу. Вот. Uh-huh. Раз, раз, раз. То есть, тройной удар. Почему он делается быстро? Потому что, чтобы человек не успел напрячься. Uh-huh. Потом будет ожидать, там, напрягаться. Мы его расшатали, да. Я иногда отвлекающий маневр делаю, чтобы он не думал про шею. Ну, там, про прощупал, да, чтобы он расслабился. Кстати, сначала, конечно, надо растереть было шею. Uh-huh. Хотя бы хоть чуть-чуть. И получается три удара, да? Раз, два, три. Вытяжение под 45 градусов, скрутка по 60 градусов и под 90 градусов ротация. Скрутку с ротацией не путайте, да? Скрутка диагональная, а ротация под 90 градусов по позвоночнику. Раз, два, три. Не надо для меня, это для меня без музыки. Так, вот я натянул ткань, да? Косточка вот этого мизинца, первый прием. И все приемы делаются с толчком. На финале, на пределе, да, тоже? Пришел до предела. И переходим через предел с небольшой подковкой. Mm-hmm. Вот такой вот. Раз. Два. Вот этой косточкой. Три. Вот этой косточкой. С утяжелением всем весом. Mm-hmm. Четыре. Косточка мизинца. Как раз тоже вот мы наступаем примерно, видите? Два пальца. Попадая на поперечный отросток, да. Вот так, полагаю, вообще лучше. Я вот так делаю. Да? Блин, получается. Шестой вариант. Это указательным пальцем, но большим, но еще на поперечной отростке. Помните, поперечные отростки идут от остистого на пальца выше. Угу. Как раз большой палец нам помогает. Это какой? Шестой был вариант. И седьмой вариант. Вот так зажимаем остистые отростки. Угу. Ладошкой. Слегка большой ладонь. Натягиваем то же самое, и прямоассисты туда, и можно сдоворотом. Сдоворотом, если сколиоз, да, в какую сторону, да? Да, да. Сколиоз может быть не целиком всего группы позвонков, а только один, потом второй туда.
шел. Значит, один сюда, другой туда.